У меня к Александру Викторовичу Степанову, директору водоканала, вопрос: подтвердите или опровергните наличие следственных действий в отношении вашего подчиненного Губарькова, начальника ПТО? Да, было совершенно неправомерное действие, но все подробности пока еще неизвестны. Все проходило. И нас никому еще не звали. Вы довольны своим кадровым решением по возврату Балакова водоканала этого человека? Ну, вы же принимали его обратно. Да, принимал. Потому что на тот момент никого вообще не было. Понятно, спасибо.